несколько уже имеют хорошие контакты, связи по разным направлениям. И в экономике, и в инвестиционной деятельности, в культурных связях, в образовании. Детей из Китая учатся в вузах нашей республики, в Казани. Помните, построили Менделеевский за весьма короткие сроки. И вы пока... Темпы, набранные наших отношений, кратно вырастут. Да. Увеличились. Я сам лично хотел сказать вам вот спасибо, китайские работники. Угу. Понимаете? Уже работает? Куда надо съездить? Да. Нет, в Украине да, 3,5 года. Надо еще в мирное время. Когда не было войны, наши военные и гражданские делаем. Угу. Объем очень большой. Да, да, республика очень развита. Миру изначально даже планировалось сделать большую подобную здание Бундестага в Берлине, но потом в силу естественных причин у нас зал отметил свой депутатский корпус, 100 человек, они вот на этих центральных рядах располагали. И вот такие вот ложи отдельные, они для субъектов